В муниципальном центре культуры мэр Магадана Юрий Гришан торжественно вручил паспорта юным магаданцам. Даниил Огурцов учится в 7 классе, занимается легкой атлетикой уже 4 года. Этот вид спорта помогает ему не только в учебе, но и жизни. Молодой человек отмечает, в этот ответственный день он спокоен и уверен в себе. Несмотря на свой ранний возраст, молодой человек уже ставит цели на будущее. Ну, отучиться, до 11 класса обязательно дойти, получить образование. И дальше уже поступить на мою специальность. Накануне Дня Конституции паспорта вручили 12 школьникам. Ребята не только отлично учатся, но и ведут активную социальную жизнь. Участвуют в различных акциях, побеждают в олимпиадах и спортивных соревнованиях. Мы сегодня в этом зале самые лучшие. Я рад, что мне предоставлена честь вручить вам паспорта граждан Российской Федерации. Но то, что происходит сегодня, это, конечно, будет зафиксировано в вашей памяти и будете всегда об этом помнить, рассказывать, в том числе своим детям. В этот торжественный день юных магаданцев поздравила музыкальными номерами солистка муниципального центра культуры Мария Челих.